Три клуба Чувашии получат по 5 миллионов рублей на переоборудование кинозалов. Центральные клубы поселка Вурнары, городов Мариинский Посад и Цивильск стали участниками федеральной программы поддержки кинозалов, расположенных в населенных пунктах до 100 тысяч человек. Основная задача программы – финансировать создание новых кинозалов в населенных пунктах, жители которых не имели возможности смотреть фильмы в кинотеатрах. На один кинозал безвозмездно выделяется до 5 миллионов рублей. На эти средства необходимо приобрести цифровое и звуковое оборудование, киноэкран, системы для 3D-показа, кресла. В Федеральный фонд социально-экономической поддержки отечественной кинематографии поступило более 800 заявок из 76 субъектов Российской Федерации. В этом году средства уже получили дворцы культуры Канаша, Шумерли, кинозал в Алатыре.